Так, гоу, погнали. Так, ты готов? Все, начать игру аркада. Начнем с болота, потому что у меня ж ничего не пройдено. Я ж не знаю даже, что тут делать. Я ж не смотрел особо ни прохождения. Что такое? Ничего. Так, я выберу твой любимый. Так, гаражные части. Запасное колесо. Опора для крана на всякий случай. Пожаровые запасные. Тут интересная тележка, не хочу. Разный фургон. Я сейчас попробую этот поставить еще чуть тише, потому что я найти не могу сейчас. Так, а что нам надо сделать сейчас? О, уровень звука. Ну, получается, что тут? Задача доставить 8 очков груза к каждой лесопилке. А, ну чисто лесопилку, да? Значит, мне этот гаражные части не надо. Ну да. Мне тогда надо, получается, этот... Бортовая платформа, бортовой прицеп. Разве? Ну да. Для куда дерева? Куда будешь грузить? Ну да, ты дерево. Ну, боржишься уже. Сам ты дерево. Ты дерево. Я брёвнышко. Так, что мне тогда надо? Ты прицеп брал? Ну, еще раз говори. Ну, бортовой прицеп и прицеп просто. Бортовой прицеп есть. Разные части убрать. И бортовой полуприцеп у меня недоступен. А, он... Отъедь просто. Не. Мне надо сцепка сначала. Какая сцепка, ты придурок? А шо? Ну, посмотри на бортовой меня. Прицеп у меня прикреплен. И бортовую вот, платформу да. Ставить еще? Да. Позволяет вот. Вести груз. А, все? Да. Так, нам сначала надо на погрузку, правильно? Да. Блять, я куда это? Точка разведки. Так, тогда ты по карте ориентируешься гуд, поэтому... Погрузка бревен, вон там написано. Ебать, куда это? Смотри, в самый верх карты. Самый верх слева, да? Да, поехали. Ну давай, я за тобой тогда. Ну вот все, вот мы уже и добрались до Модранера, да? Ну, вот этого я хотел, да. Только интересно. Теперь надо только ждать моды сюда. Нет, а модов куча ж уже. Да есть, ну. Мало. Не, мало. Модов куча, на самом деле, я как-то, знаешь, смотрела, но они мне показались какими-то не особо красивыми. Ну, хрен его знает чего, ну. Но тут оно тяжелее, конечно, едет. О, господи. А, тут даже понял, если мы, допустим, с тобой ехали бы в связке с этим. Ну, да. С. Как его, блядь? Ну, я понял, на лебедке. На лебедке, да, то у нас было показано, типа, взаимодействие между собой. А вот ты впереди меня едешь, типа, и оно мне пишет, типа, роту самое туда, и написано этот. Взаимодействие отключено. Ой, урон уже 3 словил. Тут, я так понял, знаешь что, тут намного чувствуется, когда ты за собой что-то тянешь еще, в той спинухе не так чувствовалось. Тут или тачка как-то хреново ехать начинает. Вон ветки в машине застреют. О, да, это я знаю. Могут еще некоторые кусты цепляться за колеса. Mm-hmm. Что, ты карту смотрел? Да. А, мы на точку разведки как раз еще почалим, да? Ну, по дороге, короче, поедем, я не знаю. Разведаем сначала. Ну, гора справа такая, видишь? То взяла, закрыла, то и все, что-то. Что, ты от кабины не гасаешь? А, кстати, я забыл говорить. Блин, я из-за тебя сейчас. Ага. Из-за их. Так, мне вот эти веточки какие застряют в колесах. Я вечно путаюсь. Буки пукаю. Когда оно мне застряет в колесах. Где там Джордж, а ты на газоне ездил у Васильевича?
Да. Да? Кто ж подвинул эти? Риска-то, чей, что там? Чипшеницы. А, ты ж мешки, да. Ты же мне, ты ж мне вместо, не, ты мне вместо нейтралки выставил заднюю. Я ж только сцепление отпустил. А, я сцепление отпустил, он назад дернулся со всей дури. Да, 53-й, никогда не забуду. Что там по топляку? 176 литров у меня еще. У тебя как там? Показывает, ну чуть больше полбака. Я не знаю, я от кабины еду. А, ты от кабины еще? Ты эти... ветки объезжал? Да, и я все объезжал. Объезжали. А где точка эта, слышишь? Не, разведки. Я по дороге еду. А, мы еще не этот, не доехали до точки разведки. Ох ты что, полный привод выключаешь в грязи, понял? Только с включенным где-то дифференциалом, все, он ехать отказывается, он тупо вязнет и все. Так подожди, я вообще по дороге. Ну да, наверное. Мы же уже в темную зону въехали. Сейчас только точку разведки отведаем, и все будет тут. Пройдено. Прикольно, что пишется, сколько мы проехали. Видишь, там пройдено он 690 метров. Ну, у тебя 730. Больше, ну, для тебя больше, да. Ты... А что ты оторвался так от меня? Да просто еду себе. Не, я не могу понять, то ли я уже как-то не так. Или ты по бровке ехал, потому что я по самой воде мчу. А, нет, ну я понятное дело, что по бровке. А. Что там, графа? А, ну ты же графу не менял, у тебя на максимуме сейчас все. У меня все максимум, полный макс. Макс стримит, и у него полный макс. Антон, мы куда-то, блядь, туда заехали. Чего? А, не, ну вроде что-то едет. А чё мы его... Ты на карту... А, ну, тут просто может дорога петлять что-то так. Так тут направо он был поворот, смотри. Я вот на нем сейчас как раз. Может направо повернуть, а? Да я хуй. Я тут по каким-то колюжам езжу. Вроде как дорога как будто. Так, я поверну направо и точку разведки туда разведаю. Потому что мы так с тобой еще блуждать будем, хер знает сколько реально. Я правда не знаю, смогу ли я до нее добраться. Да, точка разведки, ты видишь, где точка разведки вообще? Вот, справа от меня. Я ж повернул сейчас туда ехать. Сейчас я попробую поставить. Так, а тут что, тупо через лес. А ты возвращаешься ко мне или что? Да я что тут по лесу катаюсь. А, так ты ко мне возвращаешься. Ну, я чувствую, что я здесь не проезжаю. Внимание, наносится урон. Ага, внимание, опасный уровень воды. Я что-то заехал вообще не в ту степь. И прицепиться ж некуда. Я тебя вижу, я к тебе вот лезу. Я утонул. Вытащишь меня? Потом я не могу проехать. Я не могу даже выехать. Дай, ну ё-моё. Прикинь, не могу выехать даже. Я понимаю тут. Не, так ты через лес, а я вообще застрял. Я в гараж. Чтоб не мучиться уже. Так. Ага, а тэпнуться-то в гараж нельзя? Гаража нету.
А, он есть. Но мы не можем в него... Можно поменять машину только. Так, тут надо придумать, как правильно... Мне бы придумать, как правильно хотя бы вперед проехать. Я попробую сейчас отцепить этот прицеп. И выехать. Так. Не, я даже так не могу выехать. Да, у меня просто застрял, понял, этот прицеп. А меня прицеп на низ, получается, тянул, понял. Короче, давай пересаживаемся. Да не, давай пересадим заново. Заново? Да, поедем на этих. Давай другой остров, там карта есть вторая остров. Ну давай другую. Ой, блин, а что это, я вышел прям вообще. Не, сейчас, ну я тебе, я тебе прыгал, сбросил уже. Я думал, ты не тудой поедешь. Я хотел не туда ехать. Надо ехать этот по дороге налево. Мы с тобой направо поехали. Понял? Автономный лицевой экран, бортовая платформа и бортовой прицеп, правильно? О, мы уже... А, ого. Это карта остров. Ну да, это карта остров. Доставить 8 очков груза каждый из лесопилок. Все правильно. Теперь нам надо на погрузку бревен. То есть это... В смысле запасное колесо ремонтной части учу. Это налево нам сразу. А ты тот взял? Да. Давай там нагонишь. Ой, этот как-то прикольнее гребет, что ли. Так, окей. Ага, это не дорога, или дорога, или не дорога идет, что-то я... Там едешь, да? Нет. А, ну я, короче, на разведку, если что. Так, куда ты там поехал? Хочу подняться наверх, тут посмотреть, что оно и как вообще. Тут или горы какие-то, короче. И песок, и камни. Так, а где у нас там точка погрузки? А, тут. Ну как-то так, я пока... На разведку поехал. Да, я хочу на точку разведки. Вот он. Их, ну хочу открыть хотя бы, потому что так вслепую, ты же заехал уже. Да я ж к тебе просто ехал. Ой, стой, ой, тут я что-то за камни так прям урон хватаю. Ага, вот точка. Ух ты, тут прикольная точка разведки так показана. Серенькая зона и внутри флажок. Конечно. Так. О, так, а ну смотри. Угу. И вот дорога как раз расходится на погрузку бревен. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, там едешь, да? Да, где-то еду. Ну, ты же за мной едь. Так, теперь до сюда поедем. Я пока по пути прокладчику буду ехать. Вроде ничего нового, но как-то замудрённее, но все или непривычно просто. Тут деревушка какая-то. О, блядь, стоит урона. Этот. Стоит тут. Кстати, бензовоз.
Сейчас я бензовоз разблокирую. Попробую. А, ну на лесопилке тут, ну на точке погрузки точнее, ничего особо не поменялось. Ну, в плане этого стиля. Ага, то есть он у нас открыт. Окей. Для него надо очки. Для чего нужны очки? А тут, по-моему, вот я на него нажимаю. А, 60 очков ремонта, все. Прошу прощения, то я не туда глянул. Так, поскольку там надо, получается, у нас эта хрень по 3 очка берет, да? На прицепе, на кфе, на сам Урал этот или Крас. А что это ты на этой карете? Бортовой прицеп. Ну. Стой. Ваш грузовик не может перевозить такой груз. Расположите свой грузовик правильно. В смысле? Ага. Бортовой прицеп. Конченая. О, все, я погрузился. Ни хрена себе. А теперь нам надо, Макс, куда? Правильно. На вот сюда. Не, это все хрень, надо вот сюда. Там надо расположить правильно, понял? Саму фуру и сам прицеп. Погрузился? А, отъедь. Ты должен заехать полностью. Куда отъедь? Я же отъехал. А, все, ого. Так это мы маленькие по 3 очка тянем, ты прикинь. Маленькие? А что он мне не хочет ничего грузить? Ты должен расположить ровно, чтобы у тебя стоял и прицеп, и фура. И потом два раза нажимаешь на бревна. Что-то у тебя оборудование отказало какое-то. У кого? У тебя. В смысле? По звуку этот винды. Тун-турун. А, это не у меня, это у Кати. Включился компьютер. Ах. Ну и ладно. Хай включает. Где ты делся, придурок? Еду. Где? Ну где? По карте посмотри. А по ней что-то дымит начинает, так нормально, да? Дымит так начинает. Да он груженный у меня вообще еле едет. Ох, я чувствую, там карты еще веселее, бляха, будут. А? Ну да. А, ну все, нам тут надо потом уже по максимуму заезжать в город. Только. А ну остановись. Тут речечка такая глубоченькая. Я доезжаю. А, вижу. Ну как тебе он пхнет? Еле-еле, да? Угу. Капец. Надо было того брать.
какого того. Второго. Там у него шины поменьше. Да ладно. У меня так бревна трусятся в кузове. Такое ощущение, что они повыпадают к чертовой матери сейчас цвет. Что тут, мажешь меня? А так тут тупо прямо уже ехать и все. Тупо прямо в город по дороге. Вот сейчас фуру какую-то открою. Да что же он еле едет, блядь? А, твой любимый, по-моему. Кто? Крас этот. Да, Б-131. О, и Кировец сразу же тут. Кировец. Ага, мне направо клетка. А, смотри, ты разблокируешь технику, и она разблокируется для всех. Понял? Да. Сейчас я на лесопилку заеду, разгружусь, и можно будет обратно потом еще за этот сгонять. За бревнами 8 очков. Угу. Да, о, что это за горит. Разгрузить. 6 очков разгрузки. А нам надо 8 очков груза на каждую лесопилку. То есть... То есть сейчас я отъеду, погодь. Я там знаю, где ты. Заезжаешь в город и этот, направо поворот. По карте посмотришь, там лесопилка написана. Да я уже не туда поверну. А, ты налево за Кировец поехал? Я чуть не перекинул твои эти. Кого? Слышишь? А на вот этом можно везти или нет? На чем? Вот, Б-131. Может перевозить средние бревна. Ну, мы везем мелкие бревна. Ну так, а я сейчас этот... Что-то за достижение у меня вылезло. Доставил 2 очка груза. А, так подожди, все, эту мы открыли. Угу. Все, доставлено 8 из 8. Теперь. Так. Еще одна лесопилка вон внизу. О! О! Что? Так, я на этом ехал. На к чем? На желтом. На Кировце? Да. А что такое? Ну-ка, 700-й. Ну, я понял, а что такое, что ты так... О, так он так легче управляется намного. Так, ну все равно. О, я... ты тоже на нем? Я на погрузку бревен поехал. А что ты, с видом из кабины? Не, а ты что, с кабины? Да, да нет, что тут прям прикольно с видом из кабины. Да я ж хочу видеть, хоть куда я еду. Ну так, все четко видно. У него видно. Сигналка, друг. О, у тебя кабина желтая. А у тебя какая? Зеленая. А, ты не на таком же едешь? В смысле на таком же? Ты какой взял? К-700. Это Кировец К-700. Ну, так стоял там вот. Так ты у меня так не поворачивать на... направо? Ты у меня не на Кировце показываешься, в чем прикол. А на чем? На таком же, как у меня, Б-131. Ну, не знаю, вот там, где я повернул налево, надо было направо. Вот это ж там стояла эта фура. А, ну у тебя может по-другому просто. Да ладно, черт с ним. Сейчас я помнила. Это средние бревна по сколько? По 4 очка получается? Ну да. А, ну так. Good. Сейчас уже темнеть начнет. Ну, хорошо. Ну, я только что хватнул. Хапнул рончика? Угу. На другую лесопилку теперь нам надо ж будет. Угу. Будем разведывать местность как-то. Thank you.
Ай, бля, я чуть не туда и поехал. Ай, ладно, хрен с ним. Кружочек наверну вокруг лесопилочки, ничего страшного. Ох ты, бля. Что там? Да тут такой прицеп, сука, длиннющий получился. Угу. Ёпты, блин, ни хрена себе. Я бы сказал, прицепище. А ты же загрузился? Да, я за тобой еду. Так, ты ж по карте смотри, нам же на другую теперь лесопилку надо. Сейчас. И туда? Куда душе угодно. Смотри, тут надо гаражные части еще брать. Зачем? Ну, тут еще один гараж есть. Давай мы, наверное, слышишь? Смотри, Макс, вот я на карту глянь. Да едем в город сначала. Зачем? А там налево поворачиваем, на дорогу. Так блокпост закрыт там. В смысле закрыт? Написано, блокпост закрыт уже. Ты уже не поедешь по той трассе. Надо налево было сворачивать. Вот, карту смотри, я нажал, вот. Вот сюда вот. Угу. И поедем туда уже. Там был блокпост открыт, когда мы ехали первый раз бревна везли в ту сторону, понял? Угу. Ну, прикольно сделали это, чтобы же нас просто с ней ездил никто. Так, я сейчас срочно заправлюсь, у меня этот 50 литров осталось. Что так много? Да что-то не знаю. Давай, дружище, заправляй меня. Вот, ты не хочешь до меня долить? Теть, заправить. Ну, я во-первых, хочу попробовать. Запасное колесо, топливная цистерна. Б, полный бак. Так, где ты там? Да, чуть прямее там, чуть дальше. Сейчас подлечу. Да, чтобы мой груженный с этим ехал так же, как этот. О-о-о. О, еще благодарочка. Так, я его тут пока оставлю. Так, ты отъедь хотя бы в бок, чтобы ты смог проехать. Ну, я ж этот, задки сдал. Я тебя хочу на свой. Да. Шикардов. Если бы этот шикардов еще ехал хорошо. Боже, я представляю, как в жизни они с такими нагрузками и, сука, ездят, прикинь. Угу. Так, а где ты там учепиздил? Я потихоньку погрею. О, как хорошо повезло, что бензозаправщик рядом был. Угу. Так, мы там хоть куда-то заедем? Как ты там думаешь, смотришь? Надеюсь. Угу. Оптимистично. А, тут дорога есть, все понял. Значит, куда-то по-любому заедем. Ты что, так с кабины едешь? Угу. Так а что, чётенько? Симулятор, блядь, этот. Водителя лесовоза. Не, ну классно. Слушай, а мне модранер нравится начинает. Да, ну прикольный. Просто что-то модов больше на ту игру. На тот спринтайр. Подожди, ещё ж не вечер. Опа, а что там впереди такого интересного, мне интересно.
Что там впереди такого интересного, мне интересно. Там интересненькое для тебя интересующегося. Думаешь, да? Тогда по-любому. Ну хер с ним. По-любому, всяко качает музяка. Ого, старое выражение. 300 лет не слышал. Я уже 302. Да ты смотри, еле пхнется. Вообще просто. Так, это мы сейчас к точке погрузки выезжаем, да? Да. Все. Максим приехал. В смысле? В прямом. Чё так? Чё, перекинулся или что? Нет. А что? Там в грязи. Ага. А, все, вижу тебя. Там что, прям вообще жесткая грязь? Там не жесткая, ну блин, просто. А, ну он и так медленно едет, да? Ох, я бы сейчас тут красивенько перекинулся. Боже, он так наклоняется, мне аж страшно, отвечаю. Так, а ну-ка, это что это у нас тут? Это мы приехали. Блядь, гараж, сука. А ты что, точку открыл уже или что? А, так у нас... Да нет, ну... Точка разведки слева была, мы ее проехали. Топливная станция, и вон точка разведки еще. Так тут нет этой лесопилки, куда мы приехали? Погрузка бревен, точка разведки, топливная станция. Сука. А ты что, смотрел, ты не видел, куда мы едем? Это ой, прицеп, лесопилка, подожди. А, я перепутал. Ну ладно. Тут хоть гараж прикольный. Я сейчас тачку быстренько помою. Давай. Ну блин, что я сделал? А что ты сделал? Вышел. С игры? Да подожди. Нет. Я сейчас этот. Что? Свой заберу. Кого свой? Ой, поеду, поменяю с бортового прицепа на гаражную часть. Так, а ты на чем сейчас? А. А ты что, уже гаражными частями? Нет. А где ты их возьмешь? В гараже. А, в нашем? Ну да. Тут, блядь, олень. Я тебя буду ждать тогда. Так ты тоже едь, бери.
А что там, по два или что? Да. Так. Мне надо развернуться Нет. направо. Я сейчас. Или Тут еще до налево. гаража. До гаража через пилораму. Да, я знаю, там дорога выходит. Я просто развернуться хочу. Я поперек дороги свой оставил. Через пилораму, да, говоришь? Так, так, так. Там наверх, да, дорога уходит от пилорамы? Да. Через какую сраку пилораму, блядь? Ну, я через пилораму их, через погрузку там, где мы грузились. Очка гаража. Сколько на гараж номер? 4. С этой блядской телегой теперь еле пхнусь тоже. Да я ей уже давно скинул кибеня. Не, ну я довезу, как будет. Ого, братанчик, а что ты перекинуться вздумал или что? А, уже. Шо это за карета? Так, погоди, что ты это хуй там ничего не едет. Да ты... Шо там такое? Да ты ж, блядь, в меня сдаешь задом. Я не хотел. Бортовая платформа, нахер. Разные части, огонь. Что у меня еще? А, бортовой прицеп. В жопу, блядь. Серьезная тележка, сцепка, все. Папка сказал, надо ехать. Это ж теперь пхнуться, да? Ну да. Туева, кукуева. А что ты на месте стоишь? Тебя ж. Ну, поехали. Соскучился, да? А, ну это хорошо. Угу. Что-то он у меня так топляк жрет. У тебя сколько? У меня пятнашка расход. А я не вижу, у меня ж не показывается. Так выйди с кабины. Так зачем? Так неинтересно. У меня почти полбак. Но у меня чуть больше, чем полбак. Что там голова сзади едешь, да? Да, туловище. Мы ж на тот гараж едем, там где сейчас фуры наши стоят, да, с бревнами? Ну да. Х.
Хоккейно. Во, имбецила, блядь, кусок. А чё, ты по речке поехал, да? Ну, как ещё. Ты включил себе Мишеньку по реченьке? Я-то еду по дороге, как нормальный людина. Я сейчас доплыву и тоже. Я ж тебя догнал почти. Молодец. Ну, мыслями я всегда с тобой. В одной кабине за один руль держимся. Сколько ты уже прошел на этой фуре? 2,185. Нихера себе. 2 километра проехал на ней. У меня 2,300. Так это я тебе должен говорить, нихера себе. Да я как глянул, сука, еще ехать надо. О, пенек! Дружище, пенек? Да. Да ну, кстати, я не смотрел эти глюки бобры. Глюки бобры. Там Антон, когда накидается, у него глюки. У бобров. А что, ты мимо бензозаправщика проехал и не заправился? Ну, кстати. Дурный. Ты был прав. Так. Так, братанчик. Топливная цистерна. Все. Как новенький. Погнали дальше. Я даже не заметил его, как ты его проехал. Ты такой сосредоточенный пацан, я тебе завидую. Честно завидую. Такой ровненький. Чувствуешь этот запах воздуха, Антон? Да, я пернул. Ну-ка. Что ты, дебил, мусе? Гаражные части какие-то. Я несу тортик! Тортик, твою мать! Мы, наверное, даже когда гараж откроем, мы что-то ТП-шат у них можем. Да, серьезно. Что, на Мадранер уже карты есть? Какие? Модифицированные. Да не. Да. Да не. Вот ща я как выгребу. Всеми тремя колесами с говна. Я что-то ни разу не застрял нигде. Не, ну я ж не застрял, ты просто поехал правее, а я тупо прямо. Там ж водичка, все дело. Молодец, ты уже в гараж доставился. Ты гаражу доставляешь, доставляешь. Ого, нифига мне, что ты далеко едешь. Я уже быстренько еду. Вот, вот прям вот сейчас, вот прям сейчас, чтоб ты понимал, я буду ехать вообще быриком. Давай. Понял? Давай. Вот ты понял, что я говорю? Я верю в тебя. Вот я тоже, наверное. Не совсем правда, но нормально. Ну, я тоже тебе многое не сказал правду. Мы скрываем. Надо быть скрытнее. В этом мире нельзя никому доверять. Даже херу на КамАЗе. На какому это херу на КамАЗе? Вот ту нахуй. А вдруг ты на краде?
мы открыли, на него тпшиться тоже нельзя. Да? Да. Так, это все хорошо. Где там заехал? Но, блядь. Антон. Оу. Все хуёво. Да поехали кружлять, чё ты? Нормально уже общались. Да ладно, чё ты? Просто полежим на диване. Угу. Тут ты, я не знаю, кому ты там ставишь такие вещи, мне такие глупости говорить не надо, понял? Потому что согласись, да? Ты согласись. А что ты делаешь? А чё ты без ничего едешь? Я не люблю ездить с чем-то. Погоди, алло, а ну, отошел. Ну, тогда я на топляк заеду. Отъехал я. Сейчас я тебя отъеду, блин. Ты конченый, Антон. Взял мне все и испортил только что. Можно мне посочувствовать? Нет. Ты недостоин. Сам ты, блядь, недостоин. Это, будешь пиздил, будешь летал, ну. Будешь летал, будешь на приземлях. В нашем случае будешь в грязи увязал. Молодец. Придумал красиво. Ну я с детства говорю красиво. Ты не в ту сторону поехал, придурок. Кто? Ты. Так я ж разворачиваюсь. Ага. Мои поздравления. Спасибо, я развернулся. Пожалуйста. А ты в какую сторону по... Угу. Все как я и думал. Ой, блядь. Что там? Не молчи, река. Скажи. Река. На которой тебя, сука, сносит. Прям в море. И ты можешь закончить эту игру по-быстрому. Ну, нормально. Ты можешь пройти эту игру, Антон. Прям сразу, да? Резко, да. Это тебе не спиндайрос, на котором похер едешь, ты едешь. Это тебе не я тебя вижу. Тем не менее, говно ж проехало и не утонуло передо мной. Ты про себя? Да нет. Передо мной только ты едешь. Я не ехал. Ты плыл, да? Ты зачем такие обидные вещи говоришь? Ну так, чтоб ты ждал меня. Нет. Тут, читай, папа везет вкусные ништяки. Шо? C4320, урон 1. Антон, ты что там, урон получаешь? Я урон не получаю. Значит, это моя фура, которую я сзади тяну. Что ты сзади тянешь? Ты фуру. У меня вообще тупо просто едешь без прицепа, без ничего. Дядя, потому что я за собой тяну машину. Ой, бля. И что я, блядь, сделал? Ты тянешь лесовоз за собой? Да. Ты что, баранковатый? Ну а что, не видно? Ёпта, бля. Сейчас я приеду, полечимся тогда. Полечимся, говори. Да пошел ты нахуй, понял? Да чё, лечиться? Давай лечиться. Допустим, меня сейчас по первой передаче показывают. Что? Смотри, я тебя покажу, блядь. Их разыскивает милиция, блядь. А, детская комната милиции? Да. О, дорога в привет. Ну никуда. Макс! Шо? Все. Мертвые бджолы не гудуть. Шо такое? И крутятся у меня только колеса. На прицепе. Это так эпично, сука. Как красивенько. А, я вижу, сейчас. Бревны. Ты ж пустой, да, без бревен? Да. Бревнышки посыпались. Сука, блядь. Как ты, блядь, так умудрил? Спокойненько. Так, а мне что, смысл мне с той лебёдкой? Так я тебя хотя бы перевернул. Ебать, у меня туфли погнулись все. А два бревнышка не засчитают?
Ну только ради тебя, оленя. Я думаю, они сделают это. Ну все, поехали. Я почти пустой, тебе нормально. Ну все, поехали. А тут по дороге не будет ни точки погрузки, ни хрена. Урон, двигатель заглох. Это какого хуя? Что случилось? Антон, оу. Ты не поверишь. Я знаю. Ну, блядь, я только что просто завел эту карету, блядь, и пиздец. Потому что ты меня тянул сильно и со всей силы в машину. Да нет, завел. Я на другой машине. А, ну значит, знаешь чего? Ты ж когда тянул ее, ты ж урон не чувствовал, а он проходил. А-а-а, понял. Если газуешь на ручнике, то тебе пизда, дядя его. А чё ты газовал на ручнике? Ты что, ее на ручнике тянул? Нет, ну она ж когда на лебедке, она-то сама, понял? Снимается с ручника. О-хо-хо-хо, Merry Christmas, bitches. Сейчас папка за бревнами, сука, съездит. Антон, знаешь что? Оу. Ну все, я твой брат по... Ты переда? А, ты в курсе? Знаешь, что у меня случилось? Оу. Антон, просто по... Блядь, подъедь ко мне, ты бы это видел. Сейчас. У меня что-то, я не знаю, забаговалось, короче, понял, автомобиль. Подожди, сейчас подъеду, не спешай уходить оттуда. А, ну все, груз потерян, дядя, можешь не спешить. Да стой, а ты где? Да я уже потерял груз. Да ну, сына. Нет, так я говорю, не спеши, где ты? Да нет, ты не видел, меня просто забаговал. Я что, получил урон, потому что я забаговался. Вон вижу, бревна посыпались, я не могу понять. А что, ты возвращаешься? О, а что я не туда повез бревна? Я не могу понять. Жора, ты выходишь, туман. Ну да. Что, ну да, в той спинухе такого не было. Заебись. А, ну да, кстати. Да, моя дядь. Моя дядь. Красавчик. Сука, иди ты нахуй, понял? А что ты так тикаешь? Я за тобой это тикаю. Бля, о, красотища. Куда я еду вообще? Это я почти правильно проехал, да. Так, ну я тогда буду возвращаться в гараж. Зачем? Да я сзади тебя. Надо точку поехать разведать, Антон. Ох ты, ебать. Что? Да я только что такой хуйни тут натворил. Ты упал? Нет. Короче, я на гараж. Давай. Так, урона нахватался, по-моему. А. Бывает. Ты, в общем, решил упасть лицом в грязь за мной сразу же, да? Да. Я вижу точку разведки. Вот это дура гребется. Ну разведай точку тогда, ты туда прешь? Да. Вот это для... тут урон тачки набивается. Чё? Да. Ничего хорошего. А, ну это по жизни. По жизни. А, ну и что там? Что ж ты там разведал? Ох ты, К-700 уебывается. Ого. Что? Открой К-700.
Кировец. К700 у меня Кировец, а что? Ну. Ну. Чтоб ты понял, ты просто сядь на него и посмотри. Так, я сел на него, сзади хрень непонятная. Или ты о чем? А... Во. Мне поднял, не надо К700, у меня своя личная карета. Вот этот трактор. Это нормальная тема. Что, будешь на нем? Да. Сейчас поеду все прицеп возьму. Так, как мне тут на гараж по бырому проехать? Мишенька по реченьке. Вот туда иди и прям да я. Ага, я понял. Теперь мантулить. Интересно, на этот К700 можно что-то прицепить? Думаю, да. Чего ж нет. Дядя, ну вот эта машина едет, я тебе говорю. Да я ж в курсе. У меня тоже моя карета мчит. Сейчас буду грузиться бревнами. В смысле, расположите грузовик правильно. Бля, К700 и зверюга. Да. У меня тоже мой тягач зверюга. Я помню, по селу раньше столько таких каталось. Да они здоровенные на самом деле. Угу, очень здоровый. У них там такие прицепы были огромные. Так ты сейчас где вообще, откуда? Ага. Ты сейчас тоже на погрузку будешь ехать, да? Сейчас попробую прицепить на него прицеп, если получится. И погрузка сразу возле гаража. Я знаю. Там разведать точку надо, Антон. Я с бревнами груженный, я уже не поеду. Надо было чутка пораньше это думать. Все, я правильно еду. Ну
что ты остановился? Ты же все правильно ехал на гараж. Да я на заправку заехал. А. Аккуратно не лететь. А. Я ж тут пхнусь, смотри, какой я красивый. А, ты на этом? Да, на мазе. На камазяке. Камазяка. На гамасяке. Так, ну про гамасяки ты не подумай, то ого, слышишь, тут сухогруз в море стоит. Где? Ну, судно вдалеке. Красиво, блядь. Во время тумана я его не видел. На берег, так сейчас туман же, на берег этот. Когда выезжаешь, там видно судно стоит вдалеке. Прикольно. Так, сейчас бы не перекинуться там же, где я перекинулся тогда. Ну что там, что цепляется? Бортовой прицеп, гаражный фургон, погрузчик. Огонь. Сервисная тележка. Интересная тележка. Сервисная. Интересная тележка. Ты что, с плюшками едешь или что? Сколько ты там мочей везешь? Интересно, эти херню я не смог в бортовой прицеп погрузить, я его откинул нахер. Тупо стою ровно, оно мне пишет, установите правильно, типа, тележку. Так, я... сколько ты взял очей? Ну сколько, 3 только получается, сколько? Ну я сейчас 2 очка возьму. Чё, моё и твоё? Или чужих? 2 чужих возьмёшь. Ну, тебе придется еще раз ехать. Да ничего страшного. Этот хоть едет. Вон колымажина моя стоит, блядь, возле дороги. Стопэ кабас, поедем тут. Вижу, какой-то олень оставил тут свой бортовой прицеп, написано. Я 3 очка разгрузил. Угу. Так, какие там пеньки? Там что, пеньки где-то были? Вообще были. Нет, К-700 у него нет пеньков, понял. А урон что, не идет? Нет. Так. Ну как, идет, конечно. А ну сейчас я подойду. О, я тоже 3 очка взял. Но все равно сейчас еще этот надо вести будет. Кого этот? Ну надо ж 8 очков. Зачем ты базаришь? Ты не звони сюда больше, тебя говиной воняет. Пидорас. Чем-чем? Говной. Что, это прикол не услышал? Нет. Сильно. Ты сюда больше не звони. Через трубку говиной воняй. Пидорас. Это откуда? Я просто на этот в инете наткнулся. Ну, типа телефонный разговор или что-то такое. Говно и воняет. А что это так резко у тебя там затихли все? В смысле? Тишина гробовая, то малая. Все боятся. А ты всех построил там? Всем выйти из сумрака, я понял. А сколько там надо? 8 очей же, да? Да, я же еще сейчас за трешкой сгоняю.
через заправку сейчас махну. И жрет он всего ничего, там 15 литров, понял? Ну, у меня 16. О, дядя, можешь меня как раз вытянуть сейчас? Погодь, я заправлюсь. А ты что, не выедешь или что? Да выехал, выехал. Давай, дядя, сейчас разведаем, короче, эту лесопилку. Да будем закругляться. Угу. Сука, Киров там тянет. Село. Не асфальтованы. Он не ездит, он летает. Да я ж смотрю, как тебя опять на заносе там крутануло. Ну что, можно сказать, пиратка нормально, стабильно работает. Угу. О-о-о-о, не гони, а какая стабильная, я вон только что в этот залетел, внимание, в море нахуй. Не, ну так-то нестабильно твои руки с твоим кировцем работают. Слышишь? Не базарь. Бля. А? Раскусил я тему нахрен. Док Майлз. А как там говорил? О, Док Майлз раскусил нахуй тему. Так, тележка, ты мне мешаешь, отъедь отсюда, блядь. Ну все, я притопил. Сейчас я тебя вытяну, дурачок. Не надо, не вздумай. Чего? Я не хочу. Дай утонуть пока. Покончить жизнь, не доехавши до лесопилки? Ну как так? Ты, сука, второй раз уже, придурок, бревна довести не можешь, блядь. Кировец, блядь. Мчит прям, блядь, порхает, как мотылёк, сука. Не идет, а пишет, блядь, да? Угу. То есть, да нахуй ты маларишь, ебать? Потому что ты знаешь, сколько повесить на таких, как ты отправил ее? Да знаю. Поверь, знаю. А шо ж ты замолк? А шо, я сконцентрировался. На чем? У меня 2 литра топлива, чтобы доехать. Ты что, прикалываешься? Это ты говоришь, что твоя ласточка мало жрет? Да там всего-то 340 литров было, Антон. Ты не заправил? Это что тебе? А что тебе? Я? У меня, допустим, 600 литров. У тебя, допустим, 600, у меня-то, допустим, 340. И ест она. На секундочку, 50 литров. Иди ты нахуй, понял тогда, если оно у тебя есть 50 литров на секундочку. Я представляю, что оно на минуточку сжирает. Жора, нахуй сегодня твоя очередь, понял? Хорошо. Но завтра в бочку ты тогда лезешь. Где ты притупил, ты неудачник? Я нигде. А что это у тебя отклик, алло? Эй. Это у тебя отклик, алло. О, все, вернулся. Мне только что ты красными цифрами там все горел. Меня тоже. Ты пошел нахуй. Нагорел. Да пошел нахуй. Ну ты так и подписан. Дорога в никуда, блядь. Что ты там, перекинуться не надумал еще, нет? Я пытаюсь это. Да, ты, блядь, прицеп. Фрак вот тебе фрался. Блядь, прикинь, этот К-700 даже тянет на эти. С ручником даже едет, ебать. А с ручник это ты? Ручник это иди. Короче, ебать. Я тебя нахуй втащу. Я тебя сейчас приеду, я найду тебя. Я знаю, где ты живешь. Ты прям на Кировце пригонишь, блядь. Ты представляешь, как я могу сделать? Точь-точь, как я на шестерке подъехал. Давай, дикуха, иди. Цепляй свою говнище. Завози. Заеду. Писал, завезу тебе, блядь, приемник.
Сейчас мои длинные, длинные бревна разорвут твою маленькую лесопилку. Ты бил свою тачку на дороге, а тут я оставил. До хера дорогу перекрыл. Дай, блядь, разгрузить. Я знал, что ты это хуйней там пострадаю. Да хуя, говорит, дорогу перекрыл его. Что? А, пошли? Четко. Хотел завершить. Ну да, грузов разблокировано. 0059 вернуться, да. Ну и все, и огонь покатали. Че, пиратка 100% работает. 100% не работает.